А кому есть о чем рассказать, так это радио VBC. В этом году станции исполнилось 25 лет. И в честь праздника они пригласили легендарных ведущих, которые когда-то работали на радио. Посмотрим, что у них происходит. В небольшой, но гостеприимной студии радио VBC много гостей. Владимир Цветков, Марти, первые ведущие, вышедшие в эфир на волне 101.7 FM в 1993 году. Юрий Ремесков и Сергей Еронин, по праву ставшие легендарными. Именно они по кирпичику собирали основу того радио, которое сегодня любит и знает весь Владивосток. Как и в былые времена, ведущие шутили, делились мыслями, устраивали батлы. В нашем городе, полном машин, задутом гарью и дымом, продавал ты, чувак, бензин, и водителями был любим. И если кончилась вдруг еда у хорька твоего или Мазды, ты точил, утолкнуть мог всегда с Фуника и до самой базы. Собственно, и сейчас это можно сделать, но топлива стало в два раза меньше, ибо у Сережи появилась тема открыть жральную для мужчин и женщин. Я здесь чисто по фану, поглумиться над сильным. Такая вот тоска. Нашла на косу крутая доска. Такая комси, такая комса. И несешься дальше, закусив у дела. Такая поговорка у Слейтера, говорят, была. Когда, входя в баррел, как будто герой Марвел, он легко все ставил по своим местам. В той зеленой комнате никаких вайп-аутов, чтобы месило лайтово и все было хайпово. Ну ты в теме, бро! Зови меня Сергей Еронин. Воу! За 25 лет радиостанция сменила много ведущих, но всегда оставалась верна своим слушателям. К радиостанции всегда был большой уровень доверия. Менялась концепция, менялась музыка, новости. Один из периодов VBC – это радио, предназначенное для мужчин, горячо любимое женщинами. Мужское радио. Радио, сделанное мужчинами для мужчин. Всем привет! Ну, история какая? Тогда был у нас генеральный директор Рома Карманов. Он пришел и сказал: Слава, нужно что-то придумать. Вот. И мы стали просто анализ рынка делать. Что у нас есть на рынке Владивостока за радиостанция? У нас 16 станций в эфире в FM-диапазоне. И чего нет? И пришли к выводу, что для мужчин-то, для нормальных пацанов ничего нет. Поздравили VBC и звезды шоу-бизнеса. Горячие приветы передавали коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Прибалтики, Белоруссии, США и Новой Зеландии. И даже те, кто находится вне формата радиостанции. От души поздравляю Владивостокскую радиостанцию VBC с 25-летием. С днем радио поздравляю, позитивных новостей, ведущих классных, классную музыку. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, большой привет, мы группа Brainstorm. Может, настанет день, когда мы будем у вас в гостях. Да. Всех благ вам, всего хорошего, хорошей музыки, хороших диджеев, хороших новостей. И погоды. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, новости на восьмом.